Все, друзья, будем сидеть в прямом эфире. Пробка на 45 минут. Это обалдеть. Обалдеть. Как может быть пробка на 45 минут? И скажите, что в этих ситуациях делать, когда ты просто 45 минут стоишь? Сидеть в прямом эфире. Это просто жесть. Это просто жесть. Особенно еще, когда пробка на МКАДе. Просто 45 минут стоишь на МКАДе. Ну обалдеть. Ну обалдеть. Вот обалдеть. Что? Короче, я хочу сразу сказать очень важный момент. Вижу, по группам полетели новости о том, что мы перенесли свадьбу. Ребят, мы свадьбу не переносили. Как мы изначально запланировали 8 августа роспись, так она у нас и будет. Нам единственное, что пришлось сделать, это торжество отметить на 10 дней позже. Но свадьбу мы не переносили, мы просто подстроили само торжество под свободные даты дома, в котором мы хотели отметить торжество.